Želim na samom početku da kažem da Srbija i Ukrajina nemaju ni jedno otvoreno pitanje i nemaju ni jedan nesporazum. Я хочу вам сказать, что между Украиной и Сербией не существует ни один открытый вопрос. Что нам далее улучшало сотрудничество в области обороны и военно-военной сотрудничества? Что нам слишком облегчает сотрудничество в области обороны и военно-военном сотрудничестве? На нашем состанку мы разговаривали прежде всего о сотрудничестве в области военного школства, обуки, заедничных вежби, маневара, но как наиважнейшая тема – свакако военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы на нашей встрече разговаривали о военном образовании, о военно-военном сотрудничестве, о учебе, о военно-техническом сотрудничестве. Постоит обоснована потреба да се наши единицы припремају како у Србији, так и у Украјини, да имају заједничке вежбе, заједничку обуку, али и такође постоји обострено интересовање везано за војно школство како у Србији, так и у Украјини. Существует взаимный интерес для проведения взаимных совместных военных учений на территории как Украины, так и Сербии. Оно, что мы особенно изразили интересование, то есть за школование наших офицера и кадета, как на военных академиях Украины, так и в Беграду. Также, как и Сербии, и Украине, есть примерный спонтанный цель далее приступание Европской Унии, и на том пути желаем да пружимо наши искусства, которые се показала јако добри. Наше основное направление – это преступление Европейскому Союзу, и мы в этом можем помочь и Украине. Это показалось очень хорошим наш путь. Подсечем, да је војска Србије већ приступила раду Војног комитета Европске уније, а да већ 22. очекујемо конечну потврду одлуке о отварању преговора Министерства обране Србије са Европском одбраменом агенцијом, што ће бити велики подстрек за нашу одбрамену индустрију. Украјина је једна од најјачих земаља везано за војне летелице. Они производе један Донов авион Ан-26 који ми поседујемо нашем зрактоплоству и њихова производња. С друге стране, они врше модернизацију руских хеликоптера Ми-8, Ми-17, Ми-24 и Ми-35. За све те модернизације смо у неком будућем времену заинтересовани. С другой стороны, наш военно-технический институт в последнее время развил разные идеи и беспилотные летелицы, которые также могут быть результатом заедничного рада, и желаем да наступим заедно на третьем тржиштима. В этом моменте Србия купувала определенные производы в маленькой количине, но мы сегодня не смогли разговоры как продавец и купец, а как партнеры, которые бы наступали на третьем тржиштиму и производили и за Украину, и за Србию.